Дорогие друзья, всем привет! С вами ваша Виктория, и я рада вас приветствовать на моем парфюмерном канале. Здесь мы с вами в основном разговариваем о парфюмерии, и сегодня поговорим о замечательной новинке. Для начала я хочу рассказать, что есть такой замечательный российский бренд под названием Sergio Nero. Я думаю, вы многие с ним знакомы. У данного бренда много различных линеек. На моем канале есть отдельные обзоры на некоторые ароматы. В частности, я делала обзор на духи Пандора, на туалетные воды Пандора. Ну а сейчас вышла целая селективная линейка Пандора, которая так и называется Пандора Селектив. Вот в таких шикарных больших коробках находятся невероятные красоты ароматы, объем которых целых 80 мл. Сразу хочу сказать, что ароматы с недавних пор представлены на полках в магазине L'Etoile. Буквально как 2 месяца назад они там появились. А на данный момент, насколько мне известно, 20 различных ароматов. А здесь у каждого аромата есть база, номер базы. Например, у меня база 1841, это номер парфюмерной композиции. Аромат пришел ко мне совсем несколько дней назад. Сейчас я вам покажу распаковочку. И сейчас я вам расскажу о самых главных плюсах данной линейки. Здесь у нас используются высококачественные ингредиенты, что подтверждается международным паспортом качества. Производитель нам говорит о том, что используется повышенный ввод парфюмерной одушки до 16%, следовательно, стойкость нам гарантирует до 12 часов на коже и даже до 50 часов на одежде. Высокий уровень диффузности у всех ароматов и уникальная цветочная гамма раскрывается сразу после нанесения благодаря технологии Headspace. Вот такие большие упаковки, коробочки приятно брать в руки, и любой аромат из этой линейки будет прекрасным подарком для вашего любимого человека или близкого вашего родственника, к примеру. Я хочу сказать, что все флаконы шлифуются вручную, что гарантирует особенное покрытие, гладкое, ровное, словно шелк. Колпачок очень тяжелый, он выполнен из высокопрочного сплава. Вот он действительно тяжеленький, вот чувствуется, что выполнен он из качественного железа. И особенно хочу отметить, что здесь у нас вот такая особенность у этого флакона. Здесь мы с вами не увидим трубочку, потому что она невидимка. И это говорит нам о высококачественном выполнении флакона. И это действительно селективная линейка качества люкс. Распыление я вам сейчас продемонстрирую. Оно мелкодисперсное, именно такое, как я и люблю, что тоже говорит нам о высоком исполнении данного флакона. Итак, давайте я постараюсь максимально подробно рассказать, как этот аромат пахнет от начала и до конца. Итак, стартует он медово-цветочно-цитрусово-пряно. Здесь экзотическую нотку придает франжипани, кисленький приятный лимончик, растертый в руках лист черной смородины и ягодки черной смородины. Но они здесь очень красиво вплетены во все звучание. Они дают такую небольшую кислинку и свежинку. Вначале невероятно притягательная нота бархатцев. Бархатцы для меня звучат цветочно, пряно, терпко, немного горьковато, с фруктовыми полутонами. Далее мы с вами передвигаемся в цветочный блок, в сердце. Здесь я слышу очень приятный, обволакивающий, ни в коем случае не индольный, а уходово, такой немного даже молочный, жасмин. Жасмин буквально обволакивает меня с ног до головы. Он здесь украшен и припудрен свеженькой лилово-фиолетовой фиалочкой. Здесь еще прохладу небольшую дает нам цикламен. И, конечно, цветочный блок дарит мне ощущение радости, позитива, наступления весны. Хочется улыбаться, хочется думать о самом хорошем и добром. Ну а база здесь достаточно спокойная, но при этом пленительная. Она здесь амброво-мускус.
вкусная. Здесь есть кедр, здесь есть суховатый ветивер. Он буквально дарит ощущение умиротворения, душевной гармонии своей обладательнице. В целом аромат звучит, конечно, великолепно. Да, я чувствую, что это люкс, и это даже что-то может быть из тяжелого люкса по звучанию. По крайней мере, в слепых затестах я бы точно так сказала. Аромат из селективной линейки Pandora Base 1841, пленительный, цветочный, цитрусовый, немножечко медовый, терпковатый, запоминающийся аромат. Что бы я о нем сказала? Аромат умиротворения, душевной гармонии, аромат домашнего тепла, улыбок, очень качественный парфюм. По техническим характеристикам, несмотря на свою достаточно спокойную композицию, технические характеристики здесь на высоте. Я от себя слышу данный аромат не менее 5-6 часов, шлейф у него умеренный, я слышу шлейф, мои домашние, мои близкие люди его тоже слышат, делают мне комплименты. Вчера вечером я нанесла этот аромат на свою 8-летнюю дочку Алису, и она сказала: «Мама, как вкусно пахнет лимончиками и голубыми цветочками». Наверное, голубые цветочки она имела в виду, именно говорила про фиалки, голубые цветочки. Так что даже моя доченька, она тоже уже с таким натренированным носиком маленьким, она оценила данную композицию. А на одежде этот аромат я слышу до 10 часов однозначно, может быть, даже и дольше, не проверяла. Я уверена, что любой любитель и ценитель парфюмерии, любой человек, увлеченный ароматами, найдет что-то интересненькое в этой серии. Лично я обязательно в ближайшее время поеду в Литуаль, благо он находится у меня в соседнем районе, и я обязательно целенаправленно поеду туда, чтобы познакомиться и с другими ароматами из серии Pandora Selective. Я почитала пирамиды других ароматов, присмотрела себе парочку штук, честно говоря, такие они там необычные по своей пирамиде, и мне прям очень сильно хочется узнать, ну как же они будут звучать и на блотере, и на моей коже. Так что без сомнения могу сказать, что я одобряю эту прекрасную новинку. Аромат Base 1841, это парфюмерная вода, будет стоять на почетном месте на моей парфюмерной полке и будет согревать и дарить мне море позитива этой весной. Дорогие мои друзья, напишите, пожалуйста, кто уже успел побывать в Летуаль, кто познакомился с новинками, что можете сказать, поделитесь, пожалуйста, своим мнением. Буду вам очень признательна. Я надеюсь, данное видео вам понравилось, вы что-то интересненькое для себя послушали, присмотрели. Давайте делиться полезной информацией с вами в комментариях. Я благодарю вас за все, за внимание, за вашу доброту. Спасибо большое и увидимся в следующих новых парфюмерных видео. А я желаю вам отличного дня, прекрасного настроения, мирного неба над головой и до свидания. Пока-пока!